Эксклюзивный трофей турнира, юбилейный кубок «Динамо» будет разыгран среди 8 команд. На ледовую арену Большого выйдут полицейские Швейцарии, Словакии и США. Честь России будут защищать хоккейные сборные МВД, ФСО, ФСКН и госкорпорации «Олимпстрой». Каждая из команд настроена показать зрелищный хоккей. Тренером полицейских из Бостона станет звезда НХЛ, двукратный обладатель кубка Стэнли Фил Эспозито. Организаторами выступают общество «Динамо», хоккейный клуб «Динамо Москва» и Министерство спорта Российской Федерации. Турнир проводится при поддержке администрации Краснодарского края и города Сочи.